Всем привет! В Сочи объявлено штормовое предупреждение 5 сентября 2019 год. На территории Большого Сочи с вечера с четверга 5 сентября по субботу 7 сентября включительно ожидается ухудшение погодных условий. По данным МЧС, на курорт идут сильные дожди, ливни с грозами и градом, также усиление ветра, порывы которого могут достичь 22 метра в секунду. На реках и водоемах Сочи возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей горной зоны. Кроме того, на участке Магри Веселы имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоема. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 112. Сочи новости. Сочи 24 ТВ. Такие дела. Смотрим по Лазаревке. Пятое. Днем дождь нарисован. Вечером кратковременно дожди, но пока ничего такого не было. Вот завтра, смотрите, грозы. И седьмого. Восьмого, девятого уже дальше. Там все, в елочку. Thank you.